Всем привет! Новая подборка киноляпов. Сегодня мы рассмотрим сериал 80-е. Лайк, если смотрел. Ляпов тут будет предостаточно, потому что тяжело полностью переиграть времена молодости наших родителей, живя в 21 веке. Ладно, поехали! Геймер Кэш, начни зарабатывать на играх. Регистрируйся на сайте, выполняй задания, получай кредит и обменивай их на игровую валюту, ценные предметы и скины для своих любимых игр. Геймер Кэш – это лучший сервис, чтобы начать зарабатывать, занимаясь любимым делом. Ссылка в описании. Вот забавный кадр, на котором отчетливо видно карту Российской Федерации, а не СССР, как должно быть в те времена. Много не существовавшего в то время сленга – улетная, забей, копы и тусы – такого точно в то время не было. Очень часто взору падали пластиковые окна. Что они забыли в 80-х годах? Не знаю. Третий сезон, 11-я серия. Таких пакетов из-под молока в 1987 году не было. Они появились в 90-х. Пластиковые трубы и пластиковый подоконник в 5-м сезоне в 20-й серии. Как думаете, обложка же все равно должна быть связана с сюжетом и героями? Тогда что забыли Air Max'ы здесь? Рубашка Вани, 2-й сезон, 9-я серия. Рубашка Макара, 5-й сезон, 20-я серия. Костюмеры, видимо, не заморачивались. В те времена, насколько рассказывают мне родители, таких больших костюмов еще и не было. На этом пока все, друзья. В основном тут, конечно, были временные ляпы, нежели съемочные, но все же, если уж сделать сериал такой тематики, то нужно подходить к делу полностью. Надеюсь, вам понравился ролик, и если это так, то не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. С вами был Вафи, увидимся!